Всем привет, ребята! И сегодня у нас обновление, точнее добавление даже. И не обращайте на мой голос, просто я заболела. Ну ладно. В общем-то, сегодня у нас добавили соколов. Вот. Добавили питомцев веслухи и кролик. Ну, в принципе, что мы уже и знаем. Зелье погоды, да, мы это уже видели. Доспех полуночного сокола, да, он очень крутой, я его, наверное, куплю. И комплект летящего сокола. Я вот не знаю, покупать его мне или нет. Просто я бы хотела купить еще какое-нибудь животное. Например, лося или льва. Но не знаю. Давайте, наверное, сейчас посмотрим на сам комплект. Если он мне понравится, на сет, тогда куплю. Вот он. Ой, какой милый кролик, посмотрите только на него. Няшка. Так, ладно. Давайте мы... Вот. Сокол. Толстенький наш. Толстячок. Я на него мем сделаю. Потом броня. Она, кстати, похожа звезды, как звезды из глаз. Так, и вот рукавицы пылающего сокола. Так, ну, наверное, я его приобрету. Давайте глянем на сам этот сет тут. Да, вот он. Но тут только голубенький или синенький вот этот. Так, ну что ж, давайте приобретем. Давайте посмотрим на самого сокола вблизи прям. Вот он наш сокол. Блин, почему мне кажется, что он толстенький? О, боже. Он толстенький. Орел, вот орел, ясно, вот он худенький, посмотрите. А этот прям толстенький. Ладно, давайте приобретем. Вон, кстати, сидит уже сокол. И у него какие-то эффекты там, да. Ну ладно, давайте приобретем. Как обычно мы все делаем. Так, вот сам сокол. Шлем полуночного сокола. Сейчас давайте быстренько промотаем. Потом все, конечно же, обсмотрим. И движение сокола, и... Ого, тут долго. О, все. Оба-на. Так, давайте сразу отправимся домой. Просто тут лагает чуть-чуть. И там все обсмотрим. Все, я дома. Только посмотрите, как он летает. Он летает так же, как орел. Да. Так, давайте теперь движение. Или, наверное, сначала посмотрим одежду. Давайте с огненного начнем. Да, ну мы его уже видели. Он очень крутой. Ух ты. Прикольно. А это что у меня сзади торчит? А, ладно, неважно. Вот сам наряд. Перед соколом у нас так все полыхает тут. Вот. Так, давайте теперь посмотрим синенький. Вот. Ну, в принципе, это то же самое, типа... Это звездное... Вау! А тут прям, я так смотрю, искры заворачиваются. Ух ты! А мне этот наряд даже больше чуть-чуть нравится. Ладно, давайте посмотрим движение. Танцует. О, господи, боже мой. Что это такое? Это что за танго? О, ясно. Так, давайте посмотрим движение. А, это как у орла в Wildcraft, я вчера снимала, и в конце видео я поставила эффект на него, или типа движение, чтобы он вот так вот делал. Это то же самое, в принципе-то. Да, прикольно. Прыжок. Прыжок как у орла, в принципе-то. Сидит тоже как орел.
ночной спит. У орла двигался клювик, а тут... Ну, я не вижу, чтобы у него двигался. В общем-то, тут не двигается. Вот такой вот у нас сокол. Давайте его мы разукрасим, что он что-то у нас розовенький. Вот такой вот цвет я его разукрасила. Под цвет нашего золотого или огненного даже наряда, скажу так. Давайте за него сходим в поиски сокровищ. Думаю, мы там что-нибудь такое потрясающее это и выбьем. И интересно посмотреть, что за него вообще можно выбить. Так вот, сокол, крылатая лампа. Ух ты! Интересно звучит. И да, мы выбили ее. И самоцветы. Ух ты! Давайте мы ее, конечно, сейчас поставим в логове, посмотрим, что же она делает. Вот вы просто гляньте, какая она в размерах, она очень огромная. И что же она делает? Может, что-то надо поделать, потанцевать, например? Нет, ничего не надо сделать. Что там внутри хотя бы? Мне кажется, это просто стоит она и все. Ну, ладно, мы ее уберем. Все. И, наверное, мы будем заканчивать. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами была хитрая лиса. Ну, давайте сейчас сундучок откроем. Что там? Самоцветы. Ну, ладно. В общем-то, всем пока-пока.